упаковывал все-таки. Здоровья-то мало. У меня 3600, а почему у элита 6800 здоровья? Нифига себе. Несправедливо. Получайте жидкость. Кто там, что? Ты где, Илья, стоишь? О, смотри, это ты ходит. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. И я играю опять-таки с Ильей. Илья. Так он меня пригласил. Я не отказался. И мы будем открывать вот эти бочонки все. Все готово, хорошо. Теперь вот этот бочонок будем открывать. Видишь, я могу с расстояния стрелять просто-напросто. Вот, хорошо. Теперь этих ребят будем уничтожать. Так, аккуратненько. Бочоночками. Вот, есть, готово. Так, я бы не советовал бы против этого идти. Так, вы что, гады, а? Получайте бочонки! А ты чего убежал? А, ты Илья же, господи. Давай, давай, сейчас. Есть, убили. Собираем бочонки. Так, хорошо. Осталось 3 команды. Так, давай здесь посидим. Куда ты пошел, Илья? Илья, куда ты пошел? Давай здесь немножечко походим. Посмотрим, что, чё, кого. Давай здесь спрячемся, вот здесь. Ага. Все, у нас столкновение, у нас столкновение. Ребята. Так, где кто, где кто? Сейчас будем искать. Кто где? Ну, будем проверять. А, вон они вон там. Так, получайте, ребята. Отравляшку. Все, молодцы, мы выиграли. Хорошо, замечательно. Прям вообще, мне нравится. Мне нравится Барли, вообще, молодец. Барли, молодец. Да-да-да. Хорошо, и играть снова. Угу. Вот это Барли, вот это молодец просто. Как же он мне нравится. А, ну что там у нас происходит? Так, все готово. Все готово, у меня тоже готово. Идем. Ага, парное столкновение. Понятно, что-то я все читаю постоянно. А, все команды против друг друга. Да, это я знаю. Вот, сейчас. Так, у меня выстрелилось, нет? Да. Все хорошо, дальше идем. Вон Шелли, смотри, идет. Шелли, тебе не нужно этот самый. Я тебя. Вот, готово, Шелли. Прикинь, мы ее выбили. Отлично, давай следующего. Следующего ищем. Кого будем? О, вот, 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 вот. Давай, давай. Все, готово. Хорошо. Да ё-моё, ты чё ты ходишь так, а ну, алё. Так, ты чё, гад, творишь, а? Есть, убили. Убили его. Он против меня хотел, прикинь. Так, ты там с кем воюешь, подожди, Илья. О, чё-то я не туда стрельнул, подожди. Я нечаянно. У меня чё-то это с персонажем плохо ходит, плохо ходить стал. На тебе, Шелли. Получай. Давай, я тебя туда кину. Давай, давай. Ну, траванись-то, ё-моё. Есть. Готово. Так, Илья, смотри, там не умри. Так, столкновение, да? Есть, готово. Молодцы, мы молодцы. Даже робот еще не успел даже создаться. Мы его убили. Хорошо, хорошо. Барли, ты молодец. Угу. Барли, ты очень даже молодец. Молодец, Барли, молодец. Что, играем парное столкновение опять? Давай, у меня готово. Так, а у Ильи что, 115 кубков? Это вообще... А, ранг 8 у него, нифига себе, нормально. Угу. Идем дальше. Давай вот этот откроем. А, да тут я не дотянусь. Так, Илья что-то встал, стоит. Что стоит? Илья, ты что стоишь? Давай играть. Вот. Какой откроем? Вот это, да? Давай. Так, иди лесом. Ух ты, она сейчас умрет.
Она сейчас умрет. А, она меня убила, да как так? Алло, Илья, ты тоже умер, что ли? Блин, ну ладно, ничего страшного. Абсолютно ничего страшного. Абсолютно ничего страшного. Играем еще раз. Да, готово. Поехали. Ох-ох-ох-ох-ох. Где, чё, кого? Так, давай вот этот сразу откроем. Хорошо. Открывайся быстрей. Вау-вау-вау-вау-вау. На, получай, гад. Все, убили. Хорошо, прям нормально. Кто там чего, кого? Кто там что еще хочет? О, смотри, штучка висит. На, получи. На. На, получи, получи, кушай. Ух ты, она, блин, сильная. Надо, чтобы мне еще, да, Илья подстраховывал все-таки. Здоровья-то мало. У меня 3600, а почему у Ильи-то аж 6800 здоровья? Нифига себе. Несправедливо. Получайте жидкость. Кто там, что? Ты где, Илья, стоишь? О, смотри, этот и ходит. Во. Так, давай, давай его. Давай, невосприимчивый. Да в смысле? Нате нафиг. Блин, да, я свой, короче, супер неправильно сейчас сделал. Вообще неправильно. Я просто так нажал, и оно куда-то полетело. Надо было мне выбрать место. Это я виноват. Это я виноват, но ничего страшного. Давай еще раз сыграем. Вот так вот, понимаешь? Угу, угу. А, в Brawl Ball он предложил играть. В Brawl Ball. Ну, давай сыграем в Brawl Ball. Угу. У нас 3 игрока. Так, кто там что? Так, давай, получай. Эй, тихо, 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 ребята, ребята, вы все равно не тут... Эй, они, смотри, они стараются меня выгасить. Блин, у меня одна только выпала, прикинь, ну выпала бы сразу бы куча бы этих денежек. Ну не денежек, а... Ну ты понял. Бутылочек. Так, кто там такой, а, смелый? О, давай, давай, иди сюда, Роза. Пусть они идут сюда, на жидкость. Идите на жидкость. Блин, да ты чё, а? Второй раз меня убил. А, потому что маленькое здоровье, поэтому убивает. Понимаешь? О, молодец какой чувак. Забил гол. Молодчинка, молодчинка, хорошо. Так, я же могу вот на укрытии встать и стрелять. Зачем мне туда просто идти? Мне не обязательно идти никуда. Я буду здесь отстреливаться. Слушайте, ребята, я буду защищать здесь все. Ой, опять я не так сделал, ладно. Ах ты гад, как ты гад. Немножко не так сделал, ничего страшного. Сейчас я появлюсь. Я появлюсь и буду сразу же стрелять. Так, стреляем сюда. Вот сюда. О, медведь пришел, давай. Сейчас я его... Сейчас все будет нормально. Опять, смотри, софак какой-то. Софак? Кто там? А, софак, you'll busy. You... Юил Дизи. Софак Юил Дизи. Молодец. А, Илья звездный игрок, прикинь. Офигеть. А у меня сила 1, а у всех сила по 4. Вот, поэтому я и проигрываю. Потому что, ребята, не хватает у меня силы. Потому что я только начал играть. Это вторая игра у меня с Барли. Ну, Барли молодец вообще. Все, получили жетончики, играть снова. Вот это вот я понимаю, да, игра в Brawl Ball. Так, ждем, ждем. Кого ждем? Подожди. А ну-ка, выход. Захват кристаллов. Ну, давай, поехали. Захват кристаллов поиграем тоже. В принципе, неплохая игрушка. Неплохое столкновение там. Захват кристаллов. Хорошо. Ребятушки, ребятушки, давайте. Значит, что мне делать? Я стану здесь и буду стрелять сюда. Вот. На, получи. Я буду сюда вот стрелять. И пускай эти ребяточки идут и получают своих звездюлей. Во. Так, получи, на, гад. Получи, получи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо будет аккуратненько. Так, ладно. Давай. Так, я буду стрелять сюда. Ух ты, турель, турелька, турелька, смотри. Меня убила турелька вот эта чья-то. Ладненько, сейчас она тоже умрет. Потому что я выпустил свои волшебные бутылочки. Так, получайте бутылки, ребята. Мне на вас не жалко. Так, сразу сюда я бросаю много бутылок. Все, зачистим территорию.
Что у нас здесь происходит, интересно? Так, бросаем побольше бутылочек. У нас 5,5, прикинь. О, я одну получил, эту штуку, ладно. Ой, ты чё? Гад, кто меня... Турелька убила, я ее не вижу вообще, эту турельку. Вообще я ее не видел. Красная команда, смотри, выигрывает, а, гады. Турельку я вообще не видел. Она выстреливает, смотри, все. Надо мне турельку сейчас уничтожить. Так, раз. Два. Все, турелька сейчас взорвется. Бой окончен. Мы победили. Мы проиграли. Ладно. Так, смотри, у них сила 3. 1-1. А у меня сила 1 только была. У них здесь только один был чувак крутой. Ладненько. Барли. Так, давайте посмотрим, что у нас тут еще будет интересно. А давай предложу события столкновения. Она же интереснее. Да нет. Давай вот это вот. Как насчет столкновения? Нет, тут я предлагаю столкновение. А, он что предложил мне? Сейчас посмотрим. А, опять захват кристалла. Ну, тоже интересно. Тоже весьма неплохо. Идем. Так. Сразу я кидаю. На всякий случай. Так, кто у нас тут? Вот у нас плохиши. Так, давай его сюда. Давай. Так, я забираю сразу кристаллики. Эй-эй-эй, меня не... Ну кто меня убил, алло? Кто меня убил? На, получи, гад, на. Опять меня убили. Какие-то сильные игроки, слушай, к нам попались. Так, турелька наша. Хорошо. Так, у них аж 5, в смысле, у них 5 этих штук. Так, ладно, я здесь буду стрелять. О, нормально, сейчас получайте. Ребятушки, получайте. Ух ты, нифига, сколько много там алмазиков. Есть. Получайте. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Кто там у нас? Кто там у нас ходит? Так, у нас больше всего, смотри. Во, давай, давай, пожалуйста, умрите все. Так, мы видим, да? Хорошо. Ой, отлично, прям хорошо, хорошо. Вообще хорошо, нормально. Илья, звездный игрок, прикинь. Тут не написано, знаешь, было бы написано, кто сколько кого... Кто вообще как играл и сколько еще заработал. Звездный жетончик. Ну все, давайте выйдем, посмотрим, что у нас там Илья захочет играть. Опять захват кристаллов. Ну, а на сём мы будем заканчивать серию. Друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите лайки. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока, до новых встреч.